Всем привет! Вы на канале Женя Путешественник. И сейчас будет обзор метрополитена города другого района. Что ж, присаживайтесь здесь поудобнее, наливайте себе чаечек и какао обязательно. Приятного просмотра. Сейчас мы движемся по оборотному тупику. Так, я не сюда. Погнал. Так, давайте переключим рычажки, чтобы мы поехали. Станция Автозаводская. Для конечной станции выйдите на второй путь. Посадки нет. Так что у меня нет информатора, потому что у меня слишком мало времени, чтобы сделать информатор. Ладно, в понедельник его сделаю. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Выставочная. Будьте вежливы. Так, мы проезжаем. Так, короткий перегон. Классно, я тут свои сделал. Свои. Станция выставочная. Выход к выставочному центру. Выставочный Москва. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Тут я не могу сделать, потому что времени очень мало. Так, я уберу лестницу, это лишнее. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция городская. Платформа справа. Так. Мы сейчас едем по району городской институт. Он такой медленный. Так, давайте. Станция городская. Платформа справа. Так, все, там расположена платформа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Домодедово. Там уже разве мы на этот случай? Так, давайте активируем рельсы. Выход к... Осторожно, двери все взрывают. Следующая станция Аэроэкспорт. Там очень темно. Ого, такой быстрый бой! Станция Аэроэкспорт, конечно. Пожалуйста, выйдите из объема. Будет дальше не идет. Да, давайте поехали. Поехали на оборот. Так, будем дальше ехать. И расскажите о подробностях и выполнении станции Аэроэкспорт. Вот. Блин. Вот такая вот станция из лампы. Я сейчас поставлю. Да. Так, всем. Так, вернемся. Осторожно, двери закрывать. Следующая станция Домодедово. Такая она выглядит, таких купов теплых и промокнутых, вот такие вот чистые стороны. Это вообще не чистые стороны. Осторожно, вверху, 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 честно, вы не знаете, что это. Станция городская, платформа справа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция выставочная.
Поехали. Стоп, стоп. Столик, не путь! Нет! Стой, 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 стой. Хочу показать вам удобство и безопасность этой станции. Вот такая вот боковая. Нет, такие вот светлые. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция выставочная. Мы уже едем по большой скорости. Станция выставочная. Выход к выставочному... Выход к выставочному центру «Монстр». Москва. Точнее, блин, перепутал. Вот такая она вот красивая. Имеет вот такие вот красивые эти мобы. Я не ошибаюсь, кстати. Ладно, разбирайся. Стой, 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 стой. Так. Очень она модная. Стоп, стоп. Так. Вот там еще имеются разные кнопки. Я их нет. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Автозаводская. Хочу показать вам архитектуру станции Автозаводская. Станция Автозаводская, конечная. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщите машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Вот какая она станция Автозаводская. Украшенная лампами. Автозавод мы не можем сделать, потому что у нас мало времени. Так, ладно, все, отправляемся в оборот. Даже ничего не слышно. Так, едем в оборотный тупик. О! О, хватит, хватит! Стоп, стоп, едь, 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 едь. Все, мы перепарковались. Сейчас мы закончим ролик. Ну что?